День дружбы народов продолжает собирать тысячи человек разных национальностей, которых ждет живая музыка, вкусная еда и много всего интересного. Что ж, не будем терять время, пойдемте веселиться! В третий раз 157 национальностей, проживающих в Самарском крае, встречаются на улице Осетинской, чтобы отметить свой праздник – День дружбы народов. Гостей встречают национальные культурные центры, как водится, громко, звонко и с размахом. Сегодня в Самаре праздник! Веселый шум на улицах с утра! День дружбы народов! Фестиваль открывать пора! Во славу земли Самарской! Самарская область – единственная в стране, где на региональном уровне празднуется День дружбы народов. Большую поддержку оказывает губернатор Николай Меркушкин. Не только словом, но и делом. На строительство трех новых улиц в Волгаре из областного бюджета выделен 181 миллион рублей. Глава региона наградил почетными грамотами тех, кто внес ценный вклад в развитие Самары многонациональной и поздравил жителей с праздником. Хочу вас поздравить с праздником, пожелать каждому из вас успехов, успехов во всем. Дружить друг с другом, любить друг друга, несмотря ни на что, любите, женитесь, пусть рождаются общие дети, мы еще будем сильнее, мы еще будем крепче, потому что смешение крови, новый этап, новая сила, новые умные люди, молодые, которые покорят весь мир, покорят умом, талантом, технологиями. Успехов всем, благополучия, а на Самарской земле мира, счастья и добра. С праздником вас! В рамках празднования главе региона провели экскурсию по строящемуся парку дружбы народов. Николай Меркушкин отметил, что парк станет новой точкой притяжения жителей и гостей города, новой достопримечательностью, что особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу. Всего здесь будет 22 национальных дома. В народных традициях благоустроят и прилегающие к постройкам участки. То, что где мы сейчас находимся, в парке дружбы, это вы видите уже строительство домов. В этом году будут закончены 11 домов полностью. Потом все дома, которые мы начали строить, они будут закончены где-то в марте-феврале будущего года. На будущий год вот этот праздник будет проходить вот здесь. Интерактивные площадки для детей, мастер-классы, популярные музыканты и дружелюбная атмосфера царили на Дне дружбы народов. В Самаре этот праздник поистине любим. Именно в такие моменты все жители как один понимают, что все они едины тем, что живут на одной земле и искренне любят свою страну – Россию. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.